Все в порядке, Симона. Ты в безопасности. Не прикасайся ко мне. Ты ранена. Позволь помочь тебе. Я же сказал, не трогай меня, твою мать! Все назад! Что с вами случилось, ребята? Дети, бог мой, сколько гнева, сколько ненависти. Они хотели, чтобы мы страдали так же, как и они когда-то. Словно они были внутри моего черепа. Вскрывали его изнутри. Коул досталось больше всех. Ты же знаешь, какие у нее проблемы. Боязнь темноты, закрытых пространств, чужих прикосновений. Давай я поговорю с ней. Не трогай меня! Все в порядке, Симона. Расскажи мне о числе, которое так тебе нравилось. Золотое сечение, так ты его называла? Это нереально! Здесь нет ничего реального! Что это было за число, Симона? Ты его как-то называла? Фи, фи, божественная пропорция! Фи, точно. А что это было за число? Единица, запятая, 6, 1, 8, 0, 3, 3, 9, 8. Хорошо. А теперь опусти оружие. 7, 4, 9, 8, 3, 3. Ловкий фокус. Что ты сделала? Перезагрузила ее? Всего лишь одно из преимуществ того, что она моя соседка по бараку. Вот если бы она еще и в постель не мочилась. Вам удалось связаться с тамплиерами? О, да. У нас была отличная встреча. Они думают, что Арнольд Лич и его компания — это святые Серафимы, а мы — воплощение зла. Жаль, что я это пропустил. Нам надо найти следующий разрыв, чтобы убраться отсюда. Вы пришли покаяться в своих грехах, дети мои? Мы уже уходим. Да как ты смеешь осквернять это священное место? И еще чего-то требовать, еретик? От тебя разит грехом на колени! Что он несет? То же, что мне сказали, когда исключили меня из католической школы. И я отвечу ему так же. Как вы смеете нападать на меня? Вы рыцари воинства Христова! Забейте этих грехов во славу Божью! Сосредоточьтесь на Мальдеусе, детей притягивает к нему! Если исчезнет он, уйдут и они! Альфа, двигайтесь! Вхожу, сэр! Омега, двигайтесь!
Invictum Deus in Chaos. Ролик ранен. Времени. Отец Роулинг серьезно ранен. Неверная. Осколочная. Иисусе, Роулинг! Активирую петлю времени.
ты в порядке? Неверная! Чем могу помочь? Нужны мои припасы! Incendio del fiore! Именем Христа я приказываю вам, уничтожьте их души! Осторожно, граната! Я любил вас! Я так любил вас! Вы были моими детьми! Моими дорогими, милыми детьми! Боезапас докомплектован, сэр!